человек самодостаточный, взрослый, адекватный на какие-то вещи. И зачем мне что-то, либо ей отвечать, или как-то реагировать на ее какие-то, есть какие-то нотки такой немножко, простите меня, п***стой какой-то, да, стороны ее. Но я стараюсь на эти вещи просто совершенно как бы, ну, а о чем мне? У меня своя жизнь, которая идет и дальше продолжается. Хочу сказать, что это наша последняя работа, моя работа с Леной Катиной, завершающая, скажем так. А, собственно, вот на телеэкране все четыре лица, которые вы видите. Никогда не, не говори никогда. Много попыток с моей стороны вернуть ее в проект, собственно, сделать с ней трек, как-то с ней договориться, но этого не получилось, к сожалению. Поэтому я просто не вижу как-то дальше каких-то обоюдных желаний, рвения, хотения, потенциала, ее возможности работы в этом проекте. Я лично ей пыталась писать, звонить, она не хочет общаться. Не берет трубку, не отвечает на смски. Я не знаю, что с ней. Равно действительно отдельные жизни, отдельные сольные проекты, отдельная деятельность, и у каждой есть свой менеджмент.